вы на канале Элинга ТВ. И сегодня, ребята, у нас такой мини-влог. Мы вышли на улицу, у нас очень тепло. Сейчас мы идем в магазин за мороженым. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Влог мы снимаем в начале мая. У всех карантин, у нас, как видите, карантина нет. Мы живем в Беларуси. Нас можно свободно перемещаться по улице. В магазины мы, конечно, стараемся как можно меньше ходить. Мы в магазины с Алисой не ходим, они нас на улице. Они, вот эти изверги родители. Но нам-то в магазин все равно надо ходить за продуктами. А так мы ходим на работу, можно ходить в садик, дети в школу ходят, ну, кроме наших, конечно. Нужно ходить на работу. На работу. Не работая, нам не платят. С одной стороны, мы, белорусы, посидели бы недельку какую-нибудь на карантине, но с другой стороны, глядя на россиян и украинцев, тех, кто дома сидит, им уже надоело на этом карантине. Все хотят пойти на работу и деньги зарабатывать, правда? А что, на карантине не платят? Нет, а за что платить, если не работают? А как они едят? Если в стране денег нету, за что? Как они едят? Вот интересно, как они едят? У нас жалко, комментарии отключены, так бы мы спросили. Вот нам написали, как едят и что едят. А мы сейчас пойдем в магазин. А что нам нужно в магазине? Нам нужно молоко, яйца и мороженое? Да. Пошли? Я хочу каштан. Это сверху шоколад, а внутри обычное белое на палочке. Кто еще любит такое мороженое? Ставьте лайки. У нас борьба за велосипед. Купить велосипед, и все хотят на нем кататься. Алису хотели научить кататься на двух колесах, а она не хочет. Села и кричит, я падаю. Точно, лайфхак. Дайте я попробую сейчас. Вот такие велики у нас на прокат можно брать в городе. На улицах никто в масках не ходит. В магазинах процентов может быть 20 в масках. Для магазина движуха, мы уже подготовились. Папа масочку одел. Я тоже. Очки. Только очки потеют, когда в маске. Глаза тоже защищаем. Сейчас посмотрим, что тут творится. Продавцы у нас в масках. Какое возьмем? Но нас же просили. Вот такой каштан, можно взять. А каштана нет. Если только вот шоколадная на пингвины. Палочке. Это не шоколадный глазурь, это в желтой. Жировой ванилин. Ароматом лимона. Вот такой можно взять. А вот, смотрите, вот они шоколадные хотели. Белый полюс. Шоколадные глазури беленькая. Вкусная будет и пломбир. Всем такое берем? Не, я хочу другое. Мне вон той зеленой фисташка. А я буду тоже такое. В магазине есть разметка, безопасная дистанция. Там папа пошел. Метра по полтора, наверное. Наш лук. Это вообще, ты знаешь, роскошь. В магазин зайти, только мороженое взять. Небезопасно. Так что нам, белорусам, повезло. Что мы можем просто так сходить в магазин за морожком. Да, продаются гигиенический гель. Для рук. 5 рублей. 100 миллилитров. Это получается сколько? 2,5 доллара примерно. Да, 100 миллилитров. 2 доллара. Сейчас же доллар подрос. Да. Я по старому ценнику еще считаю. А, еле мне плечо вернуло. Как тебя могу ударить, если еле падал туда, а ты стоял тут. Надо руки обработать. Алиса, рассказываешь, как тебя чуть велосипедом не прибило, да? Все, хватит. Какое мороженое, кстати, вы купили, мама? Вот такое белое мороженое. Шоколадной глазури, вам, а мне фисташки. О, Маша, мне дать. Давай я тебе обработаю руки перед. Перед едой. Так, держи, мама, камеру, я себе обработаю. Кто бы мог подумать, что мы снимаем, как руки обрабатываем. Ага. Контент. Контент. Шорт-контент. Ребята, вот там у нас бассейн, и мы сейчас пойдем туда, там есть скамеечки. Да. Так, маски можно снимать. Садитесь, погнали. Идем еще место, где присесть. Посмотрите, сколько людей у нас гуляет. Мы, кстати, хоть на улицу и выходим, но стараемся избегать массового скопления людей, особенно на площадке. Не ходим и детей не пускаем. Ух ты, Алиса, папа, помоги. Вот чем отличается папа от мамы? Вопрос со звездочкой.
Мама сразу открыла бы детям мороженое, запаковала бы его вот так в бумажку, чтобы никто не обляпался. Папа открыл мороженое и быстрее сам ест. Короче, все поменялись мороженными, все перепачкались. Алиса уже вся в мороженом. Мама тоже уже вся в мороженом. Я ем мамина, мама Алисина, а Алиса моё. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Да, Алиса? Угу. Не успели заснять, произошла у нас ситуация. Эля кашлянула, а Алиса сразу убежала. Говорит, не кашляй при мне. Говорит, вирус. И сразу убежала на другую скамейку. Говорит, ко мне не подходи, держи социальную дистанцию. Как ты, Алиса, сказала? Коронавирус. Давай. Покажи мочку свою красивую. Все чисто? Пойдет. Не липкие Алисадочки. Что ты там кашляешь? Не заболела, нет? Как мороженое? Да не коронавирус, это на мороженое съела. Вот и мама решила на велосипеде покататься, вспомнить детство. Давай, мамуля, может, сиденье подыму, покатаешься. Знаете что, ребята, тут только что была такая большая собака, и Алиса от нее убегала, и я, она вот такая была. И ну, может, такая. Овчарка, да? Я не знаю, вон. Мама, у тебя хорошо получается. Да. Мама суперкатальщица. Смотрите, вон эта собака. Все, застряла, Алиска застряла. Ела тренажер. Кстати, папа хотел нам домой такой. О, а я на Алисином тогда буду покататься. Держи, Эля, снимай видеовлог. Да, Эля. Ребята, всем привет. Привет. Сейчас я буду снимать папу. Будет догонять маму. Стой! Короче, о, сейчас, ребят, мы найдем маму. Кажется, мама, вот мама! Мама, привет! Мам! Папа! Папа, сейчас шина лопнет! Ну, колеса! Ребята, мы сейчас уже идем домой. Вон мы рядом с домом, там где-то дом. Мы сейчас рядом уже. Наигрались, накатались, натопались. Уже 6 километров прошли. А кто-то проехал? Комментариев нету у нас, отключены, но у нас есть ВКонтакте, Инстаграм. Пишите нам. Все ссылочки будут под низом в описании. Мне в лайки можете писать либо в комментариях, либо там. Пожалуйста. Давай лайк свой рассказывай, рекламируй. Ребята, подписывай лайк, Элинка ТВ, Ютуб. Илинка ТВ на русском, Ютуб на английском. Я не знаю, когда это выйдет видео, у меня будет сколько подписчиков. 600, потому что сейчас у меня 582. И интересно, когда это видео выйдет, у меня уже будет 600. Посмотрим, сейчас все посмотрят и подпишутся на тебя быстренько. В лайк сама снимаешь? Да. Сама придумываешь? Да. Сама монтируешь? Нет. Я не монтирую. А, просто снимаешь, там не надо монтировать. Ну, монтировать там не то, что надо, там вообще просто снял, выложил. Это 10 минут, а в YouTube монтировать надо. Если это в лайк, там 10 секундочек что-то смонтировать. Кстати, ребята, переходите на мой лайк. Я там сняла очень интересное видео, смонтировала так, как в YouTube, в той программе. Старалась полчаса. Да, я его, кстати, в Инстаграм выкинул, это видео. И ВКонтакте. У кого нету лайка, посмотрите в Инстаграме. Алиса, что ты мне хочешь показать? Вот такой у нас сегодня был день. Влог. Типа влог. Ставьте лайки, друзья. Надеемся, скоро это все закончится, вся эта пандемия. И мы будем все ходить. И мы хотим на море.
На море. Мы хотели ехать в этом году на море, на машине. Эля сдула ветром. Эля укатила. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока.